Добрый вечер, дамы и господа. Поговорим сегодня о Евгении Всеволодовиче Головине, который сейчас для очень многих, ну, во всяком случае, не то чтобы многих, это не мейнстрим, разумеется, но вокруг его имени ходят легенды и все такое прочее. Позиционируется он на таком, как бы это сказать, особенном уровне. Не знаю, как это, черт возьми. В общем, я имел в виду, что среди определенного круга людей он позиционируется как там алхимик какой-то и так далее, и так далее. Меня попросили о нем рассказать. Мне показалось, что это любопытно, потому что действительно, когда мы ездили с Олегом Куликом на Burning Man, говорили, в частности, о Головине. А Кулик Головина не знал, разумеется. То есть в те годы, в 90-е годы, когда мы тусовались, никто из тусовки, актуальной тусовки, то есть ни Кулик, там, ни Осмоловский, ни кто-то еще, да, с этими кругами не общался, потому что это считалось правый круг, соответственно. А в такие, ну, как бы, места те люди не ходили по определенным идеологическим соображениям. В эти места ходили мы с Димой Пименевым. В частности, в ателье художника Коноплева есть, или, я не знаю, он жив ли, мертв, но, во всяком случае, был такой человек, художник Коноплев, Валера Коноплев. И вот его ателье, оно было в 90-е годы, которое было на Кропоткинской, рядом в том же доме, где жил на самом деле Сергей Кусков, покойник, известный искусствовед и художник. Вот, также такого, ну, странного, странной идеологии. Надо сказать, что это такие были особенные, я не знаю, назвать их правыми нельзя, этих людей. Это были такие люди, романтизирующие эстетику фашизма, скажем так, то есть, но не исповедующие ее в каких-то формах. То есть им просто нравилось, как это выглядело. Вот. Ну и так, тогда или не тогда, как бы, я не знаю, когда точно, но во всяком случае имел место такой кружок, который назывался Splendor Solars. Вот. В него входили Головин и многие другие представители тогдашней, соответственно, ну, подпольной, что ли, да, мистической, не знаю, элиты, да, можно так сказать, хотя мне это не нравится, все это определение дурацкое. Мы с Пименовым как искатели всяких мистических течений и так далее, то есть исследователи этой такой потаенной зоны, соответственно, пытались удить рыбку везде, где только можно. И, конечно, пройти мимо такого замечательного клуба мы не могли. Вначале мы познакомились с Коноплевым. Я через, по-моему, художника Элмора, если я не ошибаюсь, или через Кускова. Не могу вспомнить, через кого. Но, во всяком случае, познакомились и стали частыми гостями в этом самом ателье. Долгое время Головин не появлялся, но о нем ходили легенды, то есть нас как бы готовили к появлению великого гуру, когда же, наконец, он возникнет. И мы, значит, наслышаны о том, что да, там это какой-то непростой человек, что он там, не знаю, говорит с какими-то иными мирами. Ну, вообще, и Мамлеева того же, по рассказам, можно было воспринимать как личность сугубо просветленную в мистическом, так сказать, аспекте. Но
по слухам, да, по слухам. То есть все это, ребята, слухи только. Когда ты сталкиваешься с этими людьми наяву, ты обнаруживаешь, что никаких гуру не существует, что существуют просто надутые индюки, которые так или иначе тебя пытаются своим авторитетом ошельмовать. Ну, наверное, лучший пример из этой области – это тот же Монастырский, который ведет себя абсолютно так же. Вообще, в Москве кто только не претендовал на роль таких подпольных гуру. Это просто какая-то странная болезнь. Не только в Москве. Бойс был точно таким же гуру. Правда, не столько подпольным, он все-таки был довольно официозным или, скажем так, мейнстримным гуру. А такие люди, как Головин, в меньшей степени Монастырский, потому что он приближается у нас по популярности к Бойсу, но, во всяком случае, в России, да, в определенных кругах. Вот Головин, это фигура такая герметическая, вот, и поэтому, чем более герметическая фигура, чем более она такая недоступная, тем, естественно, о ней больше слухов, больше всяких мифов о том, что там вот, да, проводятся какие-то ритуалы, выходят, люди выходят в астрал, не знаю что, получают какую-то информацию. Все это, естественно, лажа абсолютно, никто никуда ни в какие, то есть, методом выхода в астрал для таких людей всегда был алкоголь, даже никакие не психоделические наркотики, а просто обычная паленая водка, которая покупалась в ближайшем ларьке в больших количествах, и все дружно нажирались в дупелину. Иногда такие пьянки заканчивались оргиями настоящими. Вот. И все это выглядело как пиршество бомжей, потому что эти люди внешне довольно неряшливые, никто из них за собой не следил, с плохими зубами, с кучей всяких болезней нехороших, включая и, скорее всего, и венерические, не могу утверждать на 100%, но не исключаю такой возможности. То есть все это такой круг очень мрачный. Но при этом, да, это интеллектуалы, да, это, эти люди, это не дураки, не идиоты. Это как бы такие последние романтики того времени, которые не думали о своем физическом теле, а думали о какой-то духовности. Правда, рассуждения их скорее носили вторичный характер, потому что все, что, о чем они говорили, все, что обсуждали, это были какие-то обсуждения каких-то первоисточников. Да, я вот прочитал там Игнатия Лули, не знаю кого там, да, и там разговоры шли на эту тему. Практически в этом никакого смысла не было, потому что это просто, ну, разговоры таких книжных червей. Надо понимать, что это именно разговоры книжных червей, таких библиотекарей, архивариусов, определенно знающих, что идет после запятой в таком-то и таком-то тексте и так далее. Но когда мы говорим об алхимии, это все-таки нечто практическое, да? А в этом случае это все носило такой сугубо теоретический характер. То есть, да, люди знали, вот, ну и вспомним того же Кускова, который мог просто без слов Сорняков часами говорить о чем угодно, собственно говоря, о чем угодно. Головин в этом смысле в меньшей степени говорун, такой, ну, не знаю, наверное, очень самовлюбленный, позирующий человек, окруженный фанатами, естественно, и в отличие от утонченного эстета Тарковского, который абсолютно такой же по схеме,
этот человек выбрал себе несколько иной путь, ну, такого, может быть, алкогольного русского юродства, сочетающегося с вот таким интеллектуализмом. Но повторяю, что никакой практической цели все эти люди никогда не преследовали. Никакой Мамлеев, ни Головин не имели никаких откровений, ничего никогда не видели, никаких сигналов из четвертого измерения не принимали и не производили никаких манипуляций для того, чтобы в эти измерения проникнуть. То есть они просто были такие ходячие энциклопедии, которые могли дать тебе совет, ну, типа, а вот почитай вот эту книжку, или, а эту книжку ты еще не читал? Нет. Ну, тогда, как бы, ну, конечно, ее надо знать. И все, как бы. Больше ничего за этим, собственно, никогда не стояло. Никакого такого просветления. То есть никто из них не дошел до того уникального опыта, который, например, имел тот же бедняга Шварцкоглер, да, который все-таки был не теоретиком, а практиком. Поэтому-то он и покончил, то есть закончил плохо в этом смысле. Я повторюсь, если кто-то не помнит эту историю, что он решил, что возможно достичь левитации при помощи определенных манипуляций, ну, в частности, особой диеты, молоко и хлеб, достигнуть определенной точки просветления, после которой возникает вот эта вот возможность левитации. И, конечно же, так сказать, довело его до галлюцинаций, он выпрыгнул из окна и разбился насмерть. Вот. У меня когда-то был видос на эту тему. Если кто-то интересуется, он может обратиться к этому видосу. Там я подробно рассказываю об этом. Но вот как бы Шварцкоглер — это практик, да? Ни Головин, ни Кусков, ну, Кусков, может быть, как раз претендовал на какой-то практицизм в этом смысле. То есть он что-то такое пытался там шаманить, да, вот это вот лучшее слово, подходящее к этому. Но все это носило сугубо теоретический характер. Вот, собственно, и все, что я могу сказать о Головине. Наверное, я не знаю, что бы вы еще хотели, какие подробности услышать на эту тему. Ну, этот человек еще там читал свои стихи, в которых люди находили какие-то глубокие смыслы. Играл хреново на гитаре и так далее, и так далее, и так далее. Иногда ему кто-то аккомпанировал, и все дружно пели такой пьяный хор мужиков и баб, фальшивый, да, только которые поют не народные русские песни, ой, мороз, мороз, какие-то как бы изощренные песни, придуманные одним из сидящих за столом персонажей. Спасибо за внимание. Чао-чао, подписывайтесь на канал. С вами был Олег Мавромати.